каждый из нас может дополнить эту печальную рукопись своим личным опытом. Раз, хочешь ли меня спасать? Сердечно-сосудистые заболевания, внезапно смерть ребенка, церебральный паралич, болезнь рамки, развод, изнасилование и миллионы других источников наших страданий рано или поздно приводят нашу душу в такое значение, что она начинала с ропотом отношения. За что, Господи? Почему ты допустил этому случиться именно со мной? Множество верующих и неверующих тщетно ищет ответ на этот вопрос. Сегодня мы попытаемся помочь им в этом разобраться. Сегодня и в ближайших передачах из цикла «Фокусы Бога». Наш постоянный ведущий, психолог, консультант по вопросам миграции, доктор Джеймс Липсон. Добрый день. Доктор,